Иди. Здравствуйте. Дверь закройте, пожалуйста. Дверь закройте, пожалуйста. На секундочку, мы откроем. Пришел человек от съемочной бригады и осторожненько, деликатно, поскольку девушка была воспитанная, спросила меня, как я отношусь к сплетням. Я говорю, с восторгом, я их изобрел. И я с помощью сплетен порушил ни одну репутацию, ни одно имя. Сплетни – самый грузинский жанр. Если вы были в Кутаиси, там, где я рос, слава богу, что там не были. Сплетни – это воздух, которым дышит каждый Павлиашвили, каждый Меладзе и каждый Лепс, как бы он не прикидывался узбеком. Он самый большой сплетник на земле. Я придумал сплетни. Это лучший жанр на земле. Если ты придумаешь про Аллу Пугачеву вкусную сплетню, ее повторяют, ты олимпийский чемпион. А я придумал таких сплетен миллион. Например, я придумал про Пановскую, что она певица. Смотрите «Педан Притула Шоу» на новом канале.